Друзья, всем доброго времени суток. Всем привет. Мы начинаем эфир, так сказать, знакомство с нашим новым персонажем, новой работой, которую предстоит нам сделать. Давайте поставим плюсики для начала. Да, для начала давайте поставим плюсики, пятерочки. Я вижу чат так глазком, мельком. Всем-всем добрый день. Всем добрый день. Сегодня голос за кадром Юлия Руденская будет читать чат, отвечать на вопросы. Обязательно задавайте вопросы, потому что без вопросов как-то скучновато. Чтобы не получалось так, чтобы мы сами себя почти развлекали. Но встреча у нас самая на сегодняшний день организована для того, чтобы показать и рассказать, что мы будем делать в ближайшее будущее. Ближайшее будущее, совсем будущее. Совсем-совсем. Скоро-скоро. Да, у меня была анонсирована дата на 27 число. Марафон, старт марафона «Это счастье в дом». Но немножечко перенесем, чтобы накладок с Юлей не было, это раз. А во-вторых, совсем на немножко. 30-го начнем, и 1-го уже со всеми силами, со всеми участниками уже будем творить, создавать прекрасную композицию. То есть у тебя, получается, 30-го будет вводный урок, правильно? 30-го у меня будет вводный урок по материалам. Расскажу, что нам нужно будет, какие материалы. Их, на самом деле, очень немного. Они есть у всех? Абсолютно у всех. В любом магазине, в строительный магазин можно прийти, взять, купить, найти. То есть без проблем. Лепить мы будем, друзья, две работы. Первая работа – это купюрница. Купюрница-шкатулка. Шкатулочку сделаем в виде сундука. Друзья, если у кого-то что-то подвисает, обновляйте страничку. Понимаем, что интернет – это такая штука, может большая нагрузка, большой поток, поэтому может притормаживать. Да, лучше всего обновить страничку. Лепить работы мы будем две. Это домовенок. Ну, как же без счастья в доме? Обязательно нам нужно счастье. Обязательно нужен оберег, хранитель очага, может прогонять какую-нибудь нечистую силу. Все это покажу. Наводить. Порядки наводить, да. Хулиганить не разрешим, когда нас дома не будет, обязательно накажем. С кошкой общаться, чтобы ей скучно. Кошечки, животные, птички, со всеми, ну, дружить. В общем, дружить, оберегать, охранять. Это у нас домовенок. Покормить. Кормить, ну, кормить он может тоже будет. Может и будет и кормить. Лепить, друзья, мы будем из сверхпрочного пластичного дар-гипса. Наверняка уже многие знают, что это такое. А кто не знает, друзья, это шпаклевка плюс клей ПВА. Всего лишь два материала. Два материала смешиваем вместе. Весь рецепт буду рассказывать, показывать уже на прямом эфире в закрытой группе. У нас закрытая группа и плюс беседа. Беседа, где можно будет задать в чат вопросы. Я на них обязательно отвечу. Может, у кого-то какие-то будут маленькие нестыковочки в работе. Но беседа для того, чтобы, допустим, вы что-то пропустили, может, что-то не увидели, переспросили, я ответил и на следующем эфире рассказал, показал, может, немножечко по-другому перестроил какой-то момент, более там, ближе, более подробно рассказать, показать. Это всегда удобно. Это удобно, и поэтому беседа для вас обязательно будет. У нас, Юлечка, вопросы. На Ютубе нет, на Ютубе не будет дублироваться, потому что у нас камера настроена, да, только на вопрос. На Ютубе не будет дублироваться. Весь этот марафон будет проходить в закрытой группе ВКонтакте. Все видео, которые там останутся в закрытой группе, они у вас будут в постоянном доступе. И
плюс ко всему, на время марафона, пока будет идти марафон, и спустя марафона, еще дней 10, будет работать чат с поддержкой мастера, то есть со мной, для того, чтобы помочь, подсказать. Сейчас, да, одну минуточку. Девочки, напишите, у всех нормально, у кого нормально работает в ВК сейчас, напишите, пожалуйста. Поставьте единички, у кого работает. Что есть у кого-то сбои? Сбои могут быть. У кого работает, но после эфира, в любом случае, да. Все, да, после эфира вы еще в повторе посмотрите, у кого не получается прямо сейчас посмотреть. На данный момент вы можете в повторе потом посмотреть. Единички это у нас... Да, единички у кого работает. Все, хорошо, хорошо. Все, спасибо большое. Да. Ну так вот... Я потихонечку подвожу. Мы будем работать, делать две работы, друзья, из пластичного дар гипса. Это шпаклевка плюс клей ПВА. Этот материал очень прочный. Он прочнее любых самотвердевающих масс. Это гипсовый пластичный гипс. По прочности, я постоянно много раз рассказываю, что по прочности он прочнее обычного гипса. Если гипс смешать с водичкой и развести, то наш материал будет гораздо прочнее. Плюс ко всему, можно вылепить там разные штуки. Можно там вылепить, задать какую-то интересную форму в работе. Придумать какие-то свои маленькие нюансы, вещички, мелочевочки, там что-нибудь. А ты будешь рассказывать про каждого домового, что для чего? Я расскажу, да. Я когда буду показывать, я расскажу. Домовые бывают разные. Ну, вернее, разные. В каждом доме, так сказать, живет свой такой дух, такой языческий. Но... В любом случае, в каждом доме, ну, как бы живет свой домовой. Они бывают разные. Бывают послушные, бывают непослушные, бывают капризные. Но мы будем лепить с вами самостоятельно своего домового с хорошим настроением. И чтобы он приносил, ну, определенную какую-то пользу. Потому что если дать ему атрибутику, разную атрибутику, символы в руки, там в одежке, то он будет служить, конечно же, примеру. Если дать домовенку денежку, то там он будет обеспечивать, следить за то, чтобы у вас было благополучие и так далее. Ну и давайте потихонечку мы с вами посмотрим, что же это будет. Девочки уже записались, уже готовы, уже все ждут, что же такое нас ждет. Начнем мы с лота номер один. Ольга пишет, а я впервые попаду на марафон Дмитрия. Это здорово. Лот номер один, друзья, это купюрница. Купюрница, сундучок. Сделана полностью из пластичного гипса. Кто впервые... Дима, ты покажи. Да. Кто впервые, это очень хорошо. Потому что, друзья, у меня... Я дипломированный педагог, скульптор, художник. Татьяна тоже впервые. Преподаватель. У меня есть уникальная авторская методика преподавания. Поэтому те, кто с нуля, это даже будет еще лучше. Вы приходите. Спокойненько, не нервничая. Я все рассказываю, показываю до мельчайших подробностей. Таким образом, чтобы все справились с работой. Девочки пишут, ого, хороша купюрница. У меня любая работа, любой... Это не купюрница, это банковская ячейка. Банковская ячейка, да. Любая работа построена так, чтобы справился любой новичок, каждый... Кто даже не имеет опыта в лепке, работа построена таким образом, чтобы вы сделали эту работу. И моя задача рассказать так, чтобы вы сделали. То есть, ну, в общем, все потихонечку. Это... Она еще пока не окрашена. Можно открыть? Да. Ее можно открыть. Она открывается. Она пока не окрашена. Сегодня покажу работу. Кстати, расписывать, росписью будет заниматься Юля. На марафоне расписывать работу... Кто бы сомневался? Я Юлечку попросил. Юляша, ты расписываешь... Ну, мы же участвуем, делаем домового себе в школу, хранителя школы. Вот, поэтому ты тоже должна поучаствовать. Сундук, да, сундук у нас на ножках. Сундук на ножках, да. Ножки это уже фурнитура. Можно без фурнитуры.
без разницы, просто сундучок, чтобы стоял, и у вас все открывается. Сундучок вот с таким универсальным дизайном, стильный такой, стильный современный дизайн сундучка. В общем, вам предстоит, в первую очередь, мы будем делать размер. Сундучок. Размеры. Ну, размеры небольшие, под 5000-ную купюру, чтобы внутрь купюра 5000-ная у вас легла, или 1000-ная легла, да. Потому что в сундучке эта купюрница, предположительно, домовой будет рядом сидеть и охранять ваш бюджет, считать, следить, чтобы все у вас было в порядке. В банке не держим, держим. Деньги, да, в банке не держим, мы будем денежку держать в сундуке, а ее будет защищать, охранять, пересчитывать, следить за вашими всеми финансами домовой. Так, Зинаида спрашивает, ножки в виде львиных лап делать не будем? Нет. Ножки вы делаете, кто какие найдет? Ножки, если вы хотите, будете делать ножки. Это Юлечка принесла, говорит, хочу ножки, я, пожалуйста, ножки, можно без ножек. Других ножек не было. Да, других ножек не было. Будут ножки, ручки, если вы захотите, можно сюда фурнитуру любую. Здесь, конечно же, есть вот, ручку, крючочки, можно будет повесить. То есть все что угодно. Татьяна пишет, такой сундучок можно и под украшение драгоценностей приспособить. Этот сундучок можно под драгоценности, сокровища, все что угодно туда можно будет положить. Сундучку еще предстоит окрашивание, то есть это работа только в изначальном виде, как я ее вылепил, то есть это цвет пластичного гипса, чистый пластичный гипс, дальше Юля будет окрашивать, это уже на самом марафоне будет проходить окрашивание. И плюс ко всему, у меня была похожая работа, спрашивают, Дима, а похоже ли на бочку? У меня была бочка, шкатулка. Нет, это совершенно другая работа. Она строится по другому принципу, лепится по другому принципу, но очень-очень просто и очень быстро. Поэтому для тех, кто придет на этот марафон, будет ждать такой очень приятный сюрприз, потому что исходя от него, да, раз-два и готовы, вы уже потом сможете сами, самостоятельно, любой размер, маленькие или сундучки, нет, вот, примерно такой формы, так, да. Такой формы, да? Да, маленькие, большие, может быть, вообще там большой, при желании сделать сундучок. Ну, и кто же у нас будет рядом сидеть, охранять и помогать? Следить за бюджетом в нашем, за сокровищами нашего сундучка. Это у нас Кузьма. Подвинь чуть-чуть. Кузьма. К себе сундук. Сундучок. Да, так. И прошу вашему вниманию вот такого персонажа, которого предстоит вам сделать, вылепить. Напоминаю. Вау! Вау, да. Напоминаю, друзья, этот марафон для новичков, для самых маленьких, кто никогда в жизни не лепил. И мы с вами сделаем вот такого вот прекрасного, замечательного домовеночка. Этот домовеночек будет служить вам верой, правдой и следить за порядком. Я сейчас так покручу, чтобы было удобно смотреть. Может, посадишь его на сундук? Кстати, да, надо на сундучок его посадить. Брависсимо, супер. Хорош. Домовенок, в общем, его можно будет посадить на полочку, на любую поверхность просто поставить. Можно его посадить и на сундучок. Я сейчас аккуратненько его так вот посажу, так, чтобы он у нас не упал. Здесь нужно будет найти для него жесткую основу. Вот такой вот. Здесь монеточка. Я монеточку могу убирать. Могу вообще ее можно. Купюру можно будет сюда поставить. И, кстати, у него же здесь еще есть и очки. Там, когда надо будет посчитать что-нибудь, посчитать количество сокровища, сколько прибавляется, оденем ему очки. Вот, и он будет спокойненько сидеть, читать, считать.
Красавчик. Да. В общем... Портретное сходство. Портретное сходство. В общем, друзья, когда мы начнем с вами эту работу, ее можно будет чуть-чуть где-то изменить. То есть в ручке можно будет добавить другие предметы. Ну, к примеру, если вот мешковина, что, к примеру, может означать мешковина? Это символ изобилия. Дальше. Рис можно ему дать, пшено, ячмень, там на мешочке написать счастье, к примеру. Вот, там, чтобы было у нас материальное благополучие. Посмотрите, какие лапти. Лапти символизируют домашний уют. То есть, если разбирать вот домовеночка, когда мы будем с вами лепить, то каждая вещичка, каждый предмет, она что-то символизирует. Ну, к примеру, если ему дать в руки метлу или веник, то он выметит нечистую силу. Если монетку или денежную купюру, то принесет богатство. В общем, мы с вами сделаем вот такого домовеночка. Красавчик. Да. Красавчик. И будет сидеть у нас на сундучке. Какая прелесть. И плюс ко всему, друзья, интересный такой момент, когда я прочитал про домовых, и оказывается, что... На Юкубовича смахивает. Да, когда начнем лепить, я, честно говоря, смеялся, потому что когда начинается рождаться персонаж, то он кого-то будет напоминать, он будет смешить, и обязательно на кого-то он будет похож. Может, кто-то из знакомых будет появляться здесь. Волосы это узнаете на марафоне. Волосы сделаны из пластичного гипса, друзья. Это пластичный гипс. Как сделать такие волосы? Как сделать такие усы? Это все, друзья, пластичный гипс. Как же мы его назовем? По моему авторскому рецепту. А назовем мы его Кузьма. Кузьма Дмитриевич. Кузьма Дмитриевич. Кузьма. Вот такой вот интересный персонаж. Начнем мы его лепить уже 30-го. Я проведу первую встречу по материалам. Материалы у нас только пластичный гипс. И все. Всего лишь 3 килограмма. Это максимум вот так вот с головой. Хватит для того, чтобы сделать работу. Больше ничего. Все элементарно, максимально в уменьшенных количествах материалов. Поэтому... Вопрос был, он полый внутри? Внутри он полый? Да, внутри он полый, да. В общем, все остальное. 1 числа мы уже с вами начнем с сундучка. В первую очередь сундучок. И потихонечку мы сделаем Кузьму. 4 дня у нас уйдет на все про все. Это на лепку с окрашиванием. То есть работу мы сделаем с вами быстренько. Это такой лайт марафончик. Интересный лайт-марафончик. Честно, когда да, я его... Да, окрашивать будем. Окрашивание обязательно будет. Он сейчас не окрашенный, потому что Юля уже в прямом эфире на марафоне будет показывать окрашивание. Друзья, поэтому он сейчас в таком, в первозданном виде. Это цвет пластичного гипса. Кузенька вырос, девочки пишут. Ну да, Кузенька как бы вырос, и у нас вот такой... Сундук, да, полностью, все... Все полностью, и сундучок, и Кузьма, домовенок, все из пластичного гипса, друзья, полностью. Он будет тяжелый, спрашивает. На данный момент вместе с сундучком он весит где-то килограмма полтора. Он вообще легкий, очень легкий. И... Сундук легкий. И сундук очень легкий, Кузьма очень легкий. То есть, если он был бы очень тяжелый, он бы шумел по ночам. А пластичные гипсы, самоотвердевающая масса, чем отличаются? Самоотвердевающая масса, она может быть разная. Просто самоотвердевающая масса – это тот материал, где делают разные примеси, и они могут быть, то есть, не совсем качественные. Настоящий, то есть, пластичный гипс – это и есть универсальный по прочности, самый лучший материал. Он называется пластичный гипс. Просто самоотвердевающая масса – это что-то такое непонятное. Там могут быть находиться разные примеси. Куча рецептов, много рецептов. Да, и обычно самоотвердевающая масса, она не настолько прочная, как пластичный гипс. То есть это как бы такой высший уровень качества.
Девочки пишут, здорово. Какие же вы умнички. Так, следующий момент. Этот марафон, друзья. Ребята, я вас обожаю. Спасибо большое. Друзья, на этот марафон можно уже записаться. У нас был предварительная запись. Но и на момент марафона можно записаться за 3000 рублей на этот мастер-класс. То есть на живой мастер-класс. Это до конца марафона, да, будет цена? До конца марафона цена будет 3000 рублей. Как только марафон закончится, цена уже будет 5500 рублей. То есть вы за 3000 получаете и сундучок, и Кузьму, причем по такому принципу, который мы сделаем Кузьму, вы сможете в принципе вылепить любую игрушку. Можно не дедушку, можно малыша, можно какого-нибудь юношу. Деда Мороза можно? Да, можно и Дедушку Мороза тоже вылепить. Поэтому добавить разные мелочи. Кстати, вот волосы. Я применил такую штуку интересную, метод лепки очень волос. Очень быстро лепится. Я смотрела, да. Вообще очень быстро-быстро лепится волосы. Все быстро и очень эффектно. Очень эффектно. Мы его оденем. Смотрите, какая у него одежечка. Оденем, обуем, сделаем ему лапти, дадим в ручки разную символику, атрибутику. Там, а ты ложку покажешь, как лепить? Ложку, да, покажу, как лепить. Кстати, ложка веник. Это веничек. Ложка, веничек, все покажу, как лепить, чтобы вы могли в руки просто дать ему любую вещь. Татьяна пишет, лепила кота в мешке Кузю, теперь буду лепить Кузьму. Кузьму, да. Нет, монету он не любит, когда у него монетки отбирают, поэтому надо ему обратно положить. Он сердится, говорит, так. Я здесь. Деньги. Да, не надо мне вот так вот. Ложка за грибушка, да, веник, то есть там много всяких разных вариантов. Ложка, веник, да, все что ключик угодно. Ключик вот на шее у него. Ключик от сундука. От квартиры. От сундука. Нет. От квартиры. От квартиры. Где деньги лежат? Вот у него ключик. Надо ему еще жену слепить. Можно, да. В принципе, по этому же марафону вы можете вылепить ему и бабушку какую-нибудь, бабушку, жену. Ну. Мне напоминает вот золотую рыбку, старик сидел там на берегу моря. Да, мне, кстати, мне вот если рядом еще корыто разбито сделать, то получится у нас сказка «Золотая рыбка». Да. В общем, работа сама по себе несложная, напоминаю. Будем лепить все из пластичного гипса, сундучок. Домового. Работа будет проходить таким образом. В закрытой группе у нас уже 30-го начнется первый день. Мы поговорим о материалах, расскажу, покажу, как замешивать, как я замешиваю, расскажу, как работать с материалом. И понеслась 1-го, 2-го, 3-го. В очках добрее девочки пишут. Да. 1-го, 2-го, 3-го. Кстати, эмоции мы с вами будем делать. Я покажу, как сделать разные эмоции, поэтому вот так. Вот. Бабушку ёшку? Очки. Да, раскрашивать будем. Да. Раскрашивать будем. Не хочет он очки одевать. Крышка от сундука и крыта готова. Да. Раскрашивать обязательно будем. Расписывать у нас будет Юля полностью. Полностью сделает уникальную роспись. И сундучка, и домовеночка. И что-нибудь внутрь мы туда обязательно будет он у нас охранять. Да, его же можно будет под уголочек посадить, куда-нибудь на полочку. На полочке вот можно. На полочку. Не обязательно лепить там сундуком, можно просто от сундук, просто от домового. Да, можно сундучок, можно просто домового. Не хотите сундук? Лепим домового. Захотели, в следующий раз вот сделаю сундук для домового. Но это у нас купюрница сундук. Сделайте купюрницу. В общем, друзья. Ты скажи, это домовой, который должен стоять на рабочем месте, да? Или в комнате? Это домовой, который должен находиться в комнате. То есть можно в кабинете, без разницы где. Вот. На кухне, если на кухне, то ему лучше ложку, конечно, в руки дать. А это в рабочем месте, просто в комнате, в спальне, в кабинете.
Да, и очень важное, при лепке домового, так как мы лепим этот оберег для себя, то по фэншую мы должны лепить его с хорошим настроением, без всяких плохих мыслей, для того, чтобы этот Кузьма служил нам верой, добротой и правдой. И внимательно, хорошенечко, вот все это богатство, чтобы не пропадало, а наоборот, только прибавлялось. Так, вопрос, финишный альбом будет у нас? Финишный альбом обязательно будет. Друзья, по завершению этого марафона, по завершению марафона, участники, которые успеют выполнить работу, у нас закончится марафон, и я дам еще 12 дней на то, чтобы вы... Две недели на то, чтобы вы успели выполнить работу. И те, кто выполнит эту работу, получат сертификаты об успешном окончании марафона. Татьяна пишет, это наше импортозамещение, и не нужны нам китайские лягушки с денежкой во рту, у нас свой оберег. Да, у нас свой оберег, самый родной, наш домовенок, вот, Кузьма вырос. Размер домовенка, Дима. Маленький. Ну, как сказать, я сейчас линейки нет померить. Вот возьми Джонсон, давайте. Он уже деньги теряет. Размер домовенка. Ну, смотрите, у меня вот здесь он сидит на ручках, Кузьма. Вот. В принципе, вот вы увидите ладонь, у меня не такая уж и длинная ладонь, она у меня маленькая. А вот нож макетный. Да, Юль, все нормально, все нормально и так понятно. Вот моя ладонь рядом с Кузьмой. Вот такой вот размер. Размер вы можете сделать... Модировать. Да, вы его можете сделать чуть больше, чуть меньше. Все это буду показывать на марафоне. Если вы захотите, сделайте его чуть-чуть еще меньше. Не обязательно вы будете делать такого размера. Он может получиться и чуть-чуть поменьше. Елена пишет, от него быстро разбираю. Эфира нет, комменты вижу. У Елены не работает. Елена, вы посмотрите уже в повторе, да. Друзья, я напоминаю, что записаться на этот марафон уже можно прямо сейчас. Ссылочка у вас уже есть в чате. До 5 июля цена на марафон будет 3000 рублей. После 5 июля цена на марафон уже будет 5500 рублей, друзья. Поэтому сейчас можно записаться со скидочкой. Ну и в принципе, я уже все показал, что у нас есть. После завершения вот этого эфира еще появится на стене школы Руденских, кто не найдет в чате ссылочку, где можно записаться, на стене школы Руденских будет лендинг, по которому можно записаться, пройти. У нас старт начинается 30 июня. Июня старт марафона на Кузьму. Растительность деда зачетная. Зачетная. Дед вообще, дед такой модный, я бы сказал, очень модный русский дед такой, домовенок. Друзья. Право мастера, работа очень интересная. Да. Домашнее задание в группе будет? Домашнее задание обязательно будет. У нас как только начнется, у вас каждый день будет определенное домашнее задание. Обязательно будет домашнее задание. Алена пишет, спасибо за анонс, ждем, да, начала, друзья, марафона. У нас на этом сегодня все, эфир подходит к концу. Я желаю вам всем творческих успехов. Кто соберется прийти на этот чудо-марафончик, лайт-марафончик, ждем вас. Вы можете записаться по ссылочке. Для новичков этот марафон создан для новичков с нуля, без опыта лепки. Если вы никогда не лепили, вы удивитесь, насколько все это просто, насколько это все интересно. Потому что начиная работу, когда вы видите, ну, полностью уже готовый результат, вы думаете, ого, а как же, это же сложно. Здесь я не умею лепить ни лицо, ни руки, ни ноги, тело. Как все мне это начинать, как мне все это лепить? Получится. Да. У меня уникальная авторская методика, друзья.
авторская методика, по которой я провожу всех. От начала, как вылепить личико, как ручки, до самого конца, чтобы вы получили результат не хуже, чем мой. Вот. Здесь эта работа, я не включал туда все свои навыки. Так сказать, 0,1% возможностей просто скульптора. Для вас это будет очень такой приятной новостью, как это все интересно, легко лепится. Потому что, как вы знаете, что все работы, то есть, ну, такие как скульптуры, они создаются от общего к частному. Вы увидите, как лепится голова, как лепится тело, как сделать ручки, как сделать пальчики, как сделать ножки, лапти, всякие мелочи, деталюшки, волосы, бороду и так далее. То есть для вас это будет такой очень приятный сюрприз, кто впервые придет на марафон. Ну, а те, кто уже знает, те, кто приходит, участвует участвовал на предыдущих марафонах, всем уже знакомы, что такие работы, с такими работами справится каждый. Юль, вопросы? Стоящего домового можно будет сделать? Стоящего домового? Нет, стоящего это домового сидящий. Вы сделаете сидящего домового, а стоящего я не буду показывать. Стоящего вы сможете сделать, если вы были на котиках. У меня был марафон «Два кота». Вот по этому принципу вы сделаете стоящего марафона. У нас же здесь будет домовой, домовенок сидеть. Поэтому стоящий, если вы были на котиках, вы сделаете и стоящего. Мара пишет, ребята, Руденский, вы супер, спасибо. Друзья, я желаю вам творческих успехов. Юлечка желает вам крепкого здоровья. Я тоже желаю... Добрых домовых. Да, добрых домовых, потому что мы готовимся потихонечку с прекрасным, отличным настроением для того, чтобы мы создали вот такое вот чудо. Начало у нас... 30-го. Начало. Вводный урок. 30-го. Вводный урок по материалам. Я покажу, как замешивать пластичный гипс. И расскажу там пару маленьких деталей, которые вам нужно будет подготовить. Вот. Так что до встречи. Хорошего дня, настроения и творческих успехов. Мы с вами ненадолго прощаемся. Всем спасибо большое. Пока-пока. Пока.